Международная группа астрофизиков уверена, что зафиксировала крупнейший в истории космический взрыв. Он оказался как минимум в 10 раз ярче, чем вспышка любой сверхновой. Открытие сделали еще в 2020 году, но проследить источник взрыва удалось лишь спустя 4 года. Как выяснилось, источник взрыва располагался на расстоянии 8 миллиардов световых лет от Земли. Вспышку зафиксировала автоматическая станция. Взрыв был не только самым мощным, но еще и самым продолжительным. Его отметили как эти 2021 UX. Формально зафиксированный в прошлом году GRB-22109A был ярче, но длился всего около 10 часов. Мощность эти 2021LWX гораздо выше. Все вспышки таких параметров связаны со сверхновыми. Они длятся всего пару месяцев, а затем исчезают. Нечто, что способно сохранять такую яркость в течение почти трех лет, крайне необычно, выяснил Дональд Райзман, глава обсерватории в Джерси. Причиной взрыва могло стать колоссальное облако газа, в тысячи раз превышающее размеры Солнца. Облако поглотило еще более массивная черная дыра, что создало ударную волну огромной силы. Астрономы все еще продолжают сбор данных, наблюдая за объектом с помощью различных длин волн. Теперь ученые хотят установить его температуру. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.